Всем привет-привет, с вами Елена. Всем доброе утро. Я завтракать сейчас буду. Завтрак у меня такая морковка потертая с сахаром, немножечко масла подсолнечного. Так, наша ковришка вкуснейшая. Так, пью кофе, завтракаю. Утро у меня началось 7 часов утра, потому что сегодня воскресенье, надо все успеть. Я уже поставила 2 стирки, перестирала. Сейчас часов 9 утра, уже светло на улице. Еще кучу дел надо сделать. Поэтому позавтракаю и буду собирать. Маша сегодня уезжает на учебу. Сейчас вам покажу, что я ей с собой приготовлю. Так, нашинковала уже капусту с морковкой. Сейчас буду складывать вот такие вот в мешочки. Она это положит потом в морозилку. Очень удобно. Можно достать или щи сварить, или потушить с грибами, или с мясом. Я уже ей так делала. Понравилось ей. Очень удобно, сказала. Поэтому вот еще замесила тут целую эту. Сейчас все разложу по пакетикам. Пряник мы даже не начинали. Вчера я не разрешила его съесть. И я так думаю, что я, наверное, его так и не съем. И не знаю, как съесть такую красоту. Не знаю. Не знаю. Мне очень жалко. Очень жалко. Я уверена, он очень вкусный. Потому что я и раньше пробовала. Такие пряники, которые готовит Людмила, расписные. Ну, а это... Кто не смотрел мой вчерашний ролик, я вам скажу, что Людмила готовила специально на подарок мне на день рождения канала. Был год моему каналу, поэтому вот такие вот она приготовила сюрпризы. Вот такая вот ковришка была и такой вот пряник. Ну, в общем, жалко съесть, пока не трогаем. Еще я решила тут замутить перестановку в спальне. Сейчас вот у меня стоит вот так вот все. Шкаф я не буду трогать, оставлю на этом месте. Переставим только кровать. Кровать переставим вот на эту стенку. Потому что вот эта стена от улицы, и она холодная. И спать, конечно, в эту сторону... Ну, прохладно. В том году, кто смотрел мои ролики, я тоже переставляла кровать в обратную сторону. Сейчас мне будет Маша с Ваней помогать, и я думаю, что мы быстро справимся. Thank you.
Смотрите, что за окном. Видно вам? Смотрите, какие хлопья. О, класс! Прям снегопад, снегопад. Девочки, жарю блинчики тоненькие. Вот буду начинять их творог с изюмом и чуть-чуть сахара. Так, еще пеку. У меня тут еще на сковородке блиночек. Ой, надо переворачивать. Так, готовлю Машеньке вкусняшки с собой. Так, а тут у меня еще плов. Тоже сложу есть с собой. Разогреют вечером и на завтра и покушают. Собираем уже сумку. Вот так и запаковала я капусту. Такие пакетики. Очень удобно. Я как-то купила в Острове Чистоты. Так, тут у меня блинчики. Я и сложила. Один остался такой, запасной. Так, а тут у нас с творогом и с изюмом. Так, здесь плов. Сосиски любимые, бонзайки и колбаска. Все у вас там готово. Сложились? Yes. Yes. Кукуси. Кукусики. Не опаздываете, нет? Ну так, непонятно. Ну так давайте собирайтесь. Кто говорил? Борцы сумо. Это как они называют? Ладно, одевайся. Поздравляйте. Это надо ты? А? Я готов. Я тоже. Сумочка. Телефон. Давай, Иван. Все проверяйте. Я да. Ура! Телефоны. Телефон есть. Все. Все, пока. Все, до свидания. Так, никого из животных нету. Нету, я где живу. Все, пока. Все, пока, да. Уехали мои любимки, да? Уехали!